Выставка художественных работ под девизом «Мы рисуем мир» прошла в подмосковном селе Строкино в загородном доме известной люберецкой журналистки Галины Талалаевой. Здесь организовано уникальное сообщество профессиональных художников и любителей, знатоков живописи, поэтов и музыкантов. И вот когда увидишь, как высок твой небосвод, а горизонт широк, пиши, трудись, пока не вышел срок, чтоб не краснеть за пройденный урок. Действительно, людям, которые сегодня являются членами сообщества единомышленников и друзей гостеприимного дома Талалаевых, не приходится краснеть ни за леность души, ни за равнодушие. Счастье рядом. Главное – оглянуться, увидеть, как прекрасен мир, понять, что можешь попытаться сохранить его неповторимость в своих творческих работах. Так и вы. Старайтесь все-таки жизнь видеть в светлых тонах. Конечно, если у нас какие-то огорчения, что-то у нас бывает и не вызывает у нас радости, нужно от не обращать внимания. Нужно стремиться к спасению своей бессмертной души и своего бессмертного тела. С вас больший спрос, потому что вам дан дар. В творчество каждый из этих людей пришел своим путем. Преподаватели, инженеры, экономисты, предприниматели, журналисты и литераторы. Они нашли в себе смелость заняться чем-то новым, сложным, а потому интересным. Как, например, Алла Карпенко. Много лет назад она увлеклась резьбой по дереву и до сих пор с огромным удовольствием посвящает этому занятию все свое свободное время. Последняя вот работа, вот бычок такой. Мне все там в деревне дарят рога. Очень интересно. У меня этих рогов такое количество, что мне надо две жизни, чтобы их отработать. К участию в дачном вернисаже привлекаются и дети. Для их картин и рисунков на участке выделяется отдельное место. Каждому юному художнику предоставляется слово. И ребятишки с упоением рассказывают о своем творчестве, абсолютно не стесняясь соседства с более маститыми художниками. Решила, что буду рисовать каждый день. И занималась всяким творчеством, делаю хорошие рисунки. У меня с каждым днем получается все лучше и лучше. Уникальность задумки осенних домашних вернисажей еще и в том, что это возможность уйти от грусти, одиночества, чувства неудовлетворенности от прожитой жизни. Всего того, что наваливается на нас в зрелом возрасте. Начать заново постигать мир не просто можно, но и необходимо, уверена Галина Талалаева. В первую очередь скажи себе сам, я не согласна быть покорной там овечкой и грустной старушкой. Ну, не согласна. Делай что-то для этого. Еще долго в этот день во дворе и доме Талалаевых звучали рассказы о картинах и местах, где они были написаны, о впечатлениях от поездок, стихи и музыкальные произведения. Обсуждались и планы на будущее, которых у каждого громадье, ведь у творчества нет границ. Ольга Щевелева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.